В 9:30 прошла всекубанская минута молчания. На 60 секунд остановились движение транспорта и работа всех предприятий. А во всех храмах края в это время прозвучал колокольный звон. Священнослужители совершили молитвенные поминовения. Такая же ситуация была и в 41-м году. Вот. И многие верующие восприняли это как хорошее предзнаменование, что наши святые угодники, те, кто и наши родственники, может быть, наши близкие по крови люди, подвязался на нашей русской земле, они не оставят нас без помощи, будут молить Бога о победе. Так оно и было. В день начала Великой Отечественной войны по всей Кубани прошли митинги и акции в память о погибших на полях сражений. Ветераны и молодежь принесли цветы к мемориалам боевой славы. Завершился день краевой акции «Свеча памяти». В Краснодаре молодежь прошла по улице Красной до сквера имени Жукова. Свечи в руках участников были зажжены от пламени мемориала «Вечный огонь».